Всем привет! В эфире «Дети большого толка» – программа с интересными фактами обо всем на свете. То, что нас окружает, таит в себе много тайн и загадок, полезных и забавных сведений. Узнавать их очень увлекательно, и мы стараемся собрать для вас самые удивительные знания о мире. Алмазы образуются в земной коре на расстоянии более 200 километров, только благодаря извержениям вулканов. Средний возраст любого бриллианта – около 1,5 миллиарда лет. Улитки не могут похвастаться острым зрением. Мир для них размыт, и они лишь способны различать день и ночь. Но этот недостаток с лихвой компенсируется другим органом чувств – обонянием. Для сравнения, у нас всего 400 обонятельных рецепторов, а у улитки их около 10 тысяч. Какая скорость у улитки? Вы удивитесь, что улитки могут проползти от 140 километров. Правда, за всю жизнь. Зная это, можно рассчитать ее скорость. Согласно исследованиям ученых, средняя скорость улиток составляет примерно 1,5 миллиметра в секунду. То есть за минуту улитка может преодолеть расстояние, равное 6 сантиметрам, то есть меньше, чем ваша линейка. Даже самая быстрая улитка проползет за 24 часа не более 7-8 метров. Но низкая скорость дает улитке другие преимущества. Например, она может проползти своей босой ногой по лезвию бритвы и не пораниться, потому что будет это делать осторожно и аккуратно. Оказывается, что у муравьев нет ушей. Они улавливают колебания своими чувствительными лапками. Эти лапки снабжены специальными органами чувств, которые действуют как крошечные микрофоны. Жизнь муравьев интересная и необычная. Муравьи представляют, что и где находится. В сложных лабиринтах они с легкостью находят угощение и доставляют его в гнездо. Несмотря на плоскую ступню, слоны почти не опираются на пятку, и весь свой огромный вес они переносят на пальцы. То есть эти животные всегда ходят на цыпочках. Знаете ли вы, что каждую ночь мы можем увидеть яркое зрелище? Ежедневно на нашу планету падает более 200 метеоритов. Но почти все они сгорают в атмосфере. Мы называем их падающими звездами. С каждым днем планета Земля тяжелеет на 60 тонн. Это происходит из-за того, что на Землю попадает космическая пыль и метеориты из космоса. Для большинства из нас пыль – это то, что с брезгливым видом нужно сдувать или вытирать. Однако крошечные частички, плавающие вокруг и оседающие на поверхности, играют важную роль во многих процессах, как на Земле, так и в космосе. Так что на несколько минут отложите влажную тряпку, ведь мы готовы рассказать вам интересные факты про звездную пыль. Принято считать, что космос – пустое место, и все же это не совсем так. Частицы, извергаемые кометами, а также мелкие песчинки астероидов разбросаны по всей Солнечной системе. Возьмите любую область межпланетного пространства протяженностью в 1 километр, и вы получите несколько микрочастиц вещества размером с клеточку крови. Пыль была относительно густой и плотной в те времена, когда планеты Солнечной системы только начинали формироваться. Фактически, пылевые частички, мягко приникающие друг к другу, были самыми ранними семенами будущих планет, тем, из чего планеты утрамбовывались. Частички пыли бывают разных размеров, что влияет на их свойства. Разброс от нескольких десятков нанометров, то есть миллиардных долей метра, до почти миллиметра величиной. Как и следовало ожидать, самые мелкие легче поднимаются и перемещаются, будь то при ветре, либо под влиянием электромагнитных или гравитационных сил. Даже легкого солнечного света достаточно для движения мельчайших крупинок в космосе. Кстати, знаете ли вы, что люди тоже состоят из звездной пыли? Ведь химические элементы, которые имеются на нашей планете, появились из звезд. Разных звезд. Например, благодаря взрыву сверхновых во Вселенной появились такие элементы, как кислород, фтор, неон, алюминий и так далее. Однако железо, например, образовалось другим путем – внутри белых карликов.
Весь марганец, который существует сейчас, образовывался тоже исключительно в белых карликах. Осознайте, что мы все – не что иное, как звездная пыль. Это не просто красивые слова, это не что-то романтичное. На самом деле, единственный источник вещества в нас – это звезды. Помимо водорода, который образовался во время Большого взрыва, все химические элементы, которые в нас есть, произошли во время гибели звезд. Потому мы все когда-то были частью какой-то звезды. Киты известны своими красивыми и мощными прыжками из воды, которые называются брызганьем. Они вылетают из океана на значительную высоту, которая может достигать 15 метров. Киты являются самыми большими существами на Земле. Синий кит, например, его длина может достигать свыше 30 метров, что равно длине 3 автобусов. А масса кита синего может составлять до 200 тонн, что примерно равно весу 33 слонов. Киты – огромные, действительно огромные создания, но при этом совершенно безобидные, по крайней мере, синие киты. Истинный масштаб этих гигантов представить себе очень сложно, даже по фотографиям. Пока вы не увидите их вживую, вам вряд ли удастся прочувствовать величие этих созданий. При этом удивителен в них не только размер. Например, вы знали, что киты произошли от сухопутных парнокопытных млекопитающих? Да, именно так. И случился этот эволюционный скачок около 54 миллионов лет назад. На их огромных телах до сих пор есть шерсть, они теплокровны и выкармливают свое потомство молоком. Во время сна киты должны периодически подниматься на поверхность и вдыхать воздух, поэтому в определенный момент времени у них спит только половина мозга, то есть половина мозга кита всегда бодрствует. При этом, если нужно, киты могут не спать до 100 дней и не есть до 10 месяцев. Новорожденные китята весят несколько тонн и имеют длину тела около 8 метров. Каждый день они выпивают около 400 литров молока матери. Сердце синего кита самое большое в мире, его вес составляет примерно тонну. Это намного больше, чем сердце слона, самого крупного сухопутного существа. А размером оно с автомобиль. Киты, как и люди, умеют петь песни. Ушей у китов нет, они слышат при помощи нижней челюсти. Хвосты китов уникальны, как отпечатки пальцев у людей. Двух одинаковых в природе не существует. Киты способны погружаться на глубину до 3,5 километров. Во время погружения работа их внутренних органов замедляется. Например, сердце делает всего 10 ударов в минуту. Кстати, такая интересная китовая жизнь длится очень долго. Синие киты живут примерно по 100 лет. Для чего хамелеоны меняют цвет? Думаете, для маскировки? Не только. Они меняют ее так часто, что ученые считают, хамелеоны делают так еще и для общения и просто по настроению. Знаете, какая самая разговорчивая порода кошек? Это сиамские кошки. Они мяукают громко и часто. И мастерски меняют тональность звука для выражения своих чувств и эмоций. Почему коты приземляются на 4 лапы? Многие люди говорят, что у котов 9 жизней. Это происходит потому, что они падают с высоты и выживают, приземляясь на 4 лапы. Такая способность недоступна для людей и для собак, и тем более слонов. Так почему же коты приземляются на лапы? У наших пушистых друзей уникальное строение скелета. У них нет ключиц и очень гибкий позвоночник с 30 позвонками. Это позволяет им быстро принимать правильную позу во время падения. Передние лапы защищают мордочку. Соотношение размера тела к весу также помогает приземлиться на лапке, позволяя контролировать скорость падения. Такая вот чудесная способность. Знаете ли вы, какого размера наше сердце? Представьте себе, это можно узнать без рентгена. Сердце любого человека размером с его кулак. У всех разное, у меня вот такое. Знаете, сколько весят облака? Кажется, они такие легкие. На самом деле, каждая весит около 500 тонн, примерно как 100 слонов. Знаете почему? Золото в украшениях сплавляют с другими металлами. Потому что золото такой мягкий металл,
что его запросто можно смять рукой. Знаете, сколько весит сердце слона? 30 килограммов, как два первоклассника. А знаете ли вы, что панцирь черепахи – это не просто ее домик, но и чувствительная часть тела? Он полон нервных окончаний, поэтому черепахи чувствуют прикосновение к панцирю, как и мы чувствуем прикосновение кожи. Вот почему так важно быть осторожными с этими удивительными созданиями. Изучая интересные факты, мы узнаем о новых местах, событиях, людях и явлениях. Это помогает нам лучше понимать мир вокруг нас и становиться более эрудированными людьми. Помимо этого, знание интересных фактов просто делает жизнь более интересной и занимательной. Мир вокруг нас полон чудес и тайн. И чем больше мы его знаем, тем больше мы ценим его красоту и разнообразие. Оказывается, растения не такие уж молчаливы, как нам кажется. Один из способов их общения – через грибной интернет. Представьте, что корни растений – это как руки, которые держатся за подземную сеть, похожую на паутину. Эта сеть создается грибами и называется мицелием. Так деревья передают друг другу информацию о вредителях, засухе и о дожде, а также о пожарах. Как это может помочь растениям? Очень просто. Например, если один помидор подвергается нападению вредителей, то он посылает по мицелию сигнал, как будто кричит: «Осторожно, враги рядом!» Соседние помидоры, получив сигнал, начинают готовиться к атаке, делая свои листья более горькими или выделяя вещества, отпугивающие насекомых. Интересно, что некоторые растения, например, коровий горох, используют химические вещества не только для общения, но и для защиты от врагов. Когда к гороху приближается гусеница, он выделяет токсины, которые привлекают других насекомых, опасных для этой гусеницы. Но мицелий – это не только телефонная линия для передачи тревожных сигналов. Растения также используют его, чтобы делиться ресурсами. Например, большие деревья могут посылать углерод, азот и фосфор молодым саженцам, которые растут в тени и испытывают нехватку пищи. Некоторые растения научились использовать мицелий в своих корыстных целях. Например, орхидея под названием фантом не может сама производить хлорофилл, который необходим для жизни, поэтому она крадет его у деревьев, к которым прикрепляется и использует мицелий как трубопровод. Растения умеют отличать своих от чужих. Когда корни саженцев разрастаются, они конкурируют за воду и свет. Но если на одном участке земли растут братья от одного материнского растения, они не конкурируют, а наоборот, стараются, чтобы всем родственникам хватило места. Пандо – это большой лес из одного дерева. У него около 47 тысяч стеблей, похожих на деревья, но все они соединены одной корневой системой. Представьте, что каждое дерево в этой роще – это как стебель одного огромного растения. Пандо настолько велик, что его вес сравним с весом 600 африканских слонов. Ученые считают, что пандо не менее 80 тысяч лет, что делает его одним из самых старых и самых больших живых организмов на планете. Пандо – это удивительный пример того, насколько умными и изобретательными могут быть растения. На сегодня это все. Желаю вам хорошего настроения и хорошо отпраздновать лето. Пока-пока.